Здравствуйте, меня зовут Светлана, я партнер компании APL. Сегодня я буду говорить о... Ну, сегодня я уже говорила. В данном видео я буду говорить о аккумулированном драже HART. Это сердечно-сосудистые заболевания. Вот, это высокое давление, это профилактика этого давления, да, это тромбы наши, все, что у нас тут связано с сосудами, с бляшками, это наш HART. Ему аналогов в мире нет. Видя результаты, у меня был результат такой, я бы сказала, ошеломляющий, да, вот это слово такое вот. Я такая вся была в восхищении, да, я еще новичок была полгода назад, а у меня вот, ну, сейчас расскажу, как говорится, с нуля. Я зарегистрировалась в 2016 году, конец октября, а 11 ноября у нас был юбилей пятилетия. Вот я полетела в Москву на юбилей. Там походила пару дней на школу эти, послушала, новичок, еще ничего не знаю, голова вот такая, эмоции полно, переполняет меня, потому что, услышав все, увидев этот масштаб, да, я была в таком, даже не знаю, как это сказать, это слово, да, и у меня крылья выросли, мне казалось, что я лечу. Вот, самолет для меня это тоже был, мне так понравилось летать, я вам прям передать не могу, насколько все мне говорили, ой, это ж там уши давит, там плохо становится, там еще что-то. А я перенесла обалденно этот самолет. Я села в самолет, и мне не хотелось, чтобы он садился, да. На этот момент я с продуктом Хартом. Может, это он так работал, я же не могу сказать. Как бы я летела без него, да, я не попробовала без него. Получилось, что у меня был Харт, я его кушала, я нервничала, у меня он был, я его кушала. Вот, я отлично прилетела в Москву. То время, которое я пробыла в Москве, я отлично себя чувствовала. У меня, если болит голова, там давление, то пока я была в Москве, у меня вообще ничего не болело, да. Я не могла поверить, я не могла понять, что это за состояние такое. Это, и опять же, я склоняюсь это к тому, что это так драже работали. Потому что я постоянно его уже там кушала. Да? Когда мы нервничаем, мы что-то делаем. Вот для меня это было хард. И я хочу рассказать о другом. Когда я летела домой, в самолете увидела, женщина сидела напротив, как бы впереди меня и у окна, да, а я сидела больше у прохода. Но человеку руку протянул и достал. И вот, допустим, смотрю, она, у нее лицо краснеет, краснеет, вот, когда взлет пошел. Вот. И думаю, блин, я же человека не знаю, как же. Ну, а вижу, что ей плохо, она уже головой крутит, она уже в окно. И видно, что ей стыдно, да, вот, потому что, во-первых, она и не первая сидит, это еще два человека, чтобы ей пойти к проходу, может, там в туалет побежать или еще что-то. Вот. И я просто ей по плечу хлопаю, говорю, вы меня извините, я вижу, что у вас вот такая проблема, да, а у меня хард. Я даю ей, говорю, она что это такое? Я говорю, женщина, возьмите, вот вы возьмите быстренько, да, ну, вижу, что, я же говорю, что человеку очень плохо становилось, прямо на глазах, я это видела. И говорю, я себе ставлю, чтобы вы видели. Вот. Да я к чему? Что я новичок, и чужой человек, да, я сейчас могу подойти и рассказать, вот я вам рассказываю. А для тогда для меня это было что-то, но помочь человеку для меня это все-таки было на первом месте. Я так всю жизнь помогаю людям. Тоже это другой разговор. Вот. И она берет это драже и... Между нами, с моей стороны два человека, с ее стороны там два человека, еще сидят чужие люди. И вот мы разговариваем с ней, естественно, эти люди слушают. Но люди такие у нас, не все это слышат. Слушать одно, а услышать это другое. Вот. Ну, кому не надо, тот и не услышит. И в конечном итоге я пообщалась с ней, смотрю, у нее лицо стало приходить в норму, человеку стало хорошо, вы знаете. Вот. И дальше мы там уже... У нас самолет кушать там поднесли, пока туда-сюда, тут прилетели, пошли. Я даже и не думала об этой женщине, честно. Вот. Как-то вот этот вот прилет, вот это все наслаждение полетом, я бы сказала, да, когда самолет садился, я пыталась даже уловить вот эти моменты, вот это все. Потому что, я говорю, я наслаждалась полетом. Я даже удивилась. Но для меня это было настолько, что я хочу летать, еще хочу. Вот. И получается, что она меня догоняет. Мы даже имена, если честно, не спросили друг друга. И тоже вот так вот, как я ее в самолете, так она мне по плечу похлопала. Вот, и остановились. Она меня начала благодарить, начала расспрашивать. Естественно, я ее уже там рассказала, мы уже познакомились, обменялись телефонами. Она, оказывается, прилетела в Кишинев кому-то в гости там на 3 или на 4 дня. А я летела в Тирасполь. Я еще с Кишинева, потом ехала в Тирасполь, да. Вот.
Но, оказывается, она, побыв в гостях, вернулась в Москву, как бы позвонила мне, спросила адрес офиса, сама пошла и зарегистрировалась, да? Вот здесь мне не пришлось ничего человеку говорить. Я тоже тогда была в таком вот трансе восхищения, да? Как это? Продукт сказал сам за себя. Человеку помогла одно драже, да? Потому что одна это... Одна таблетка, хотелось сказать. Одно драже. Вот. И человек зарегистрировался. Сегодня она партнер компании. Поэтому я говорю, наш продукт говорит сам за себя. Кто хочет быть здоровым, пробуйте наш продукт. Вы будете в восхищении, вы будете удивлены, не просто в восхищении. И попробовав его, и получив результат свой, личный, не мой, не чужой, вы будете здесь. И вы будете другим предлагать, да, кому вы желаете здоровья. Вот я желаю здоровья своим детям, своей собаке, да, я, естественно, все это делаю мужу, внукам. Поэтому мое драже для всех, я имею в виду для членов семьи, это наша. Я бы так сказала, дочка бы сказала, мама, это наша. Потому что когда я говорю, моя собака, она говорит, наша. Вот. Ну, вот такой вот. И плюс второй у нас результат, это мой ребенок, да, у нее с рождения, у нее, я же говорю, поджелудочная, вот эти ацетоны. И плюс у нас еще какие-то кисточки там определили, назначали этим новорожденным, как назначать какие-то таблетки, да, оно там должно рассасывать. А нас проверяли, одно назначали, второе, а у нас почему-то не рассасывалось, да, у нас ничего не происходило. Вот. Естественно, дети все перерастают, да, это нужен срок, это мы уже все знаем. Но головные боли, черепное давление мучили ребенка. Пробовали тоже много. БАДы, если честно, с БАДами нам вот в этом направлении у нас ничего не помогало. Именно с черепным давлением вообще ничего не помогало. Только я могла своим методом. Я вообще любитель экстрасенс, да, скажем так. Ради детей я же говорю, что я много чего пробовала, чего делаю. И вот таким методом я помогала своим детям тоже. Вот. И в любом случае я знаю результат того, 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 да. И видя результат здесь, когда мы дали ей хард. Вот хард у нас, у меня вообще, если вот хотите посмотреть, да, вот полная коробочка, разная здесь всего. Вот. Поэтому хард у нас, кушаешь его, все дрожжи вкусные. Прям кушаешь, это вишня, это кушаешь, это виноград, да, вот ярко выраженный какой-то фрукт. И вот когда у ребенка заболевает голова, я понимаю, что надо либо делать и то, что я делаю, либо еще что-то там придумать. Ну, моменты те, что мы делали, да, массажи и все остальное. Я ей говорю, берем хард. И вы знаете, говорит, мама прошла. Потом, когда это было второй, третий, но я хочу о другом. Вот полгода, да, у нее еще, у нас часто это было с черепным давлением. Но на протяжении полугода, на сегодняшний день, очень большой перерыв. У ребенка не болит голова, и она уже хард не кушает. Понимаете? Если там, что бы я ни делала, но все равно там погода, там дождь, там, да, гроза, и у ребенка уже болит голова. Сегодня у нее этого нет. Ту-ту-ту-ту, да, как говорят. Ну, это я так шучу, вот, но сам факт, что у нас ушла эта проблема. И как ушла проблема с животом? У нас от когда дрожжи, у ребенка перестали вот эти быть частые боли в животе, частая болезнь головы. Вы знаете, вот это вот освобождение от этого и спокойствие, что если это вдруг и опять придет, что я ей помогу моментально. Чем уникален наш продукт, да, что он работает моментально. Нам не надо кучу таблеток, ведер, там, воды, да, вот это все мыть, промывать, поставил под язык, не запивая, в любой дороге плохо стало, ты хард достал, под язык положил, все, ты получил помощь. Такую медицинскую помощь получил, что ей цены нет. Даже врачи не так помогут. У меня такой случай был, сын заболел, воспаление легких, врачи ставили все, что хочешь. Межреберная неврология там и все остальное. Побегали мы хорошо тогда, да, и... А потом выясняется, что воспаление легких. Поэтому я честно скажу, к врачам я не обращаюсь. Я их уважаю, они молодцы, особенно те, кто действительно работает на совести, помогают людям. Ну, попробовав вот это дрожже, все, я довольна, вы понимаете? Вот. Мне в доме, вот аптека моя, это будут эти дрожжи. В любой момент они нам помогают. У меня вот давление поднимается, да, голова заболела, я хард положила, все, хорошо, спокойно на душе.
спокойно от того, что я могу еще кому-то помочь, да, вот, допустим, вам, у кого проблемы с сердечком, пожалуйста, найдите информацию на ютубе, посмотрите Дрожжи Харт, да, посмотрите видео, полно и отзыв, результаты у нас есть. Такие людям, очень помогло людям, вы знаете, моментально. Вот я даже знаю такой случай, но это чужой, да, я не буду его рассказывать, занимать время. Вы такое на ютубе все найдете. Потому что я рассказываю то, что видела я. Как говорится, не с чужих ушей, да, со своих глаз и со своих ушей. Это достоверная информация. Поэтому результаты есть. Харт – незаменимый продукт в доме. У нас не лекарственное направление, да, у нас питание для клетки. Умные дрожжи, которые сами находят проблему, источники. Вот если Харт – это сердечко, значит, они находят именно проблему ту, которая создала вот эту причину, я скажу. Находят причину, которая создала эту проблему, эту болезнь, это заболевание, там тромб, давление, да, и она работает именно с этой клеткой. Понимаете? И когда клеточка наша получает то, что ей надо, может быть, нам чего-то не хватает, и мы не можем восполнить там, витаминами какими-то, да, еще что-то, может, не поступает, не доходит, не доносится чем-то. Только вот наши дрожжи все доносят. Поэтому кому это интересно, кому интересно быть здоровым и финансово независимым, приглашаем нашу компанию в нашу семью. Компания APL – это просто чудо, это волшебное чудо, вы знаете. Люди часто просят у Бога: помоги, помоги, исцели, да, и чтобы это было сразу, вот здесь и сейчас. Вот наши дрожжи так и работают. Всех благ всем. Всем здоровья, всем удачи, процветания. Буду рада новым партнерам. Пока. До следующей встречи.